Здравствуйте, в эфире первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Жители пострадавших районов от паводков стали получать компенсацию. Кто поможет матери с тремя детьми, оставшиеся жить под открытым небом? Легкоатлеты из Караганды – одни из лучших на чемпионате Азии. Жители пострадавших от паводков районов Карагандинской области начали получать компенсацию за разрушенные водой дома. В течение трех дней нанесенный стихией ущерб будет восстановлен полностью, утверждают местные власти. Жителям Абайского, Щецкого, Улутауского и Жанаркинского районов уже перечислены средства на общую сумму 220 миллионов тенге. На сегодняшний день, по словам заместителя акима Карагандинской области Асылбека Дуйсебаева, невыплаченными остаются деньги жителям из Актугайского, Бухаржурауского, Каркаралинского, Нуринского и Сакаровского районов, городов Шахтинска и Темиртау. 16 мая текущего года, это субботы начнется, с поселка Габьена имени Габьена Мустафина, организация ярмарок бытовой техники, мебели, строительных материалов со значительными скидками. В том числе будут отпускаться бесплатно строительные материалы, в основном это цемент. Сроки сноса аварийного жилья необходимо завершить до 1 июня текущего года. С этого времени следует начать повсеместное строительство новых домов. Жилье для пострадавших будет сдаваться поэтапно уже с первых дней июня. На сегодняшний день на счет фонда помощи пострадавшим от паводков поступило 203 миллиона тенге. На эти средства приобретаются постельные принадлежности, продукты питания, горюче-смазочные и строительные материалы. Организовываются выезды детей в лагеря отдыха. В исправительных учреждениях Карагандинской области разработана специальная программа для людей, которые отбывают наказание в колониях. С ее помощью правовую и психологическую помощь получат сотни осужденных. Кроме того, они смогут приобрести профессию, которая им пригодится на свободе. Чиновники Караганды рассмотрели вопросы социальной адаптации людей, которые освободились с мест лишения свободы. В их числе несовершеннолетние подростки из воспитательных колоний. Сегодня в Караганде, Жезказгане и Темиртау работают три центра социальной адаптации, которые оказывают разностороннюю помощь таким людям. Общее количество осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, область составляет более 6 тысяч. Из них более 3 тысяч – это жители Карагандинской области. За 12 месяцев 2014 года из учреждений области освобождено 1533 человека, в 2013 году – 1232. Люди, находящиеся в исправительных колониях, получат новую профессию по техническим специальностям, которые сегодня востребованы на рынке труда. Карагандинские дачники в отчаянии. Наводнение прошлого месяца нанесло большой урон. Саженцы погибли, на земельных участках разгром. Садоводы утверждают, что таких потерь можно было бы избежать, если бы городские власти разрешили открыть шлюзы во время наводнения и спустить прибывающую воду в Федорское водохранилище. Амина Смакова с подробностями. Особо-то работать и бились-бились, вот результат такой. Это Лидия Ивановна Янкова. 74-летняя пенсионерка вот уже месяц убирает свой дачный участок со слезами на глазах. Во дворе и доме погром. Многие насаждения уничтожены. Этим земельным участком на Федоровке она и ее муж владеют больше 30 лет. Для пожилых людей огород был основным источником дохода и пополнения стола. Нанимать работников, чтобы навести порядок на своем участке, денег у пенсионеров нет. Конечно, помощь. Во-первых, мы не покупали хоть ту же картошку, мы не покупали где-то что-то, какие-то излишки старалась, что-то приготовила, лишнее что-то продавала, хоть там, на хлеб, на кусочек колбасы, хоть как-то, чтобы... Конечно, поддержка была небольшая от дачи. Паводки затопили более 4000 дачных участков. До сих пор во многих дворах все еще стоит вода. По словам дачников, чиновники виновны в том, что наводнения нанесли им такой большой урон. Власти не разрешили людям открыть шлюзы, чтобы вода хлынула в близлежащее Федоровское водохранилище. Оно, по мнению жителей, на тот момент смогло бы принять всю идущую воду, не затопив жилой сектор. Почему сброс не делаете? А смотрите, сколько там воды. Время от времени сбрасывайте. Метров на 7 поднять можно разрез. Это очень много воды уйдет. Это миллионы тонн. Отсюда уйдет. Многие дачи будут спасены. Несмотря на просьбы дачников, первые дни затопления шлюзы чиновники открыть не дали. В отделе сельского хозяйства города Караганды пояснили, что если бы они открыли тогда шлюзы, то убытков было бы еще больше. Потому пришлось принести в жертву дачный массив.
Жилевой массив затопили бы. Прорвало бы это. Сейчас переполнено. Вода, Петровская водохранилище. На сегодняшний день, по словам чиновников, вода откачивается и устанавливаются насыпные сооружения. Дачники сейчас озадачены другой проблемой. Помогут ли им восстановить их участки, хотя бы вывести мусор? Ведь если не вывести его вовремя, вспышки инфекции неизбежны. Проблема для 4000-ного дачного поселка очень актуальна. Администрация наша, Вась, могла бы хотя бы сюда пригнать грузовики, чтобы люди могли просто элементарно мусор отсюда вывести. Потому что мусора здесь нанесло очень много. И пластик там, и... те же самые, у кого строения разрушились, да, надо куда-то все это вывозить там. Вывозить мусор людям придется самим. По словам чиновников, территория эта частная. И чтобы начать восстановительные работы во дворах, дачникам необходимо заключить договор с коммунальными службами. Нет, во дворе не будет, наверное. Есть председатели каждого общества, они являются юридическими лицами. Они должны заключать договора нашими коммунальными хозяйствами. Дачники. Дачники. О вывозе мусора. Дачники негодуют. Многие из них все лето и осень проводят на своих участках. А теперь жить в таких условиях будет невозможно. Весь летний сезон им придется ремонтировать свои дома. Некоторые садоводы на жилище махнули рукой. Сейчас для них важнее их насаждение. Поэтому все свое время люди проводят в огороде. Дачники опасают, что и в следующем году паводки снова нанесут им урон. А восстанавливать их участки им вряд ли будут помогать. Люди призывают надзорные органы обратить внимание на их проблему и найти ответственного за причиненный им ущерб. Кроме того, взять под контроль действия чиновников во время паводков. Ведь подобной ситуации можно было бы избежать, считают многие потерпевшие дачники. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. В Караганде мать с тремя детьми осталась практически на улице. Всему причина – объявившаяся хозяйка, занимаемая ими квартиры. Вот уже 2 года мать семейства Дамигуль Бустанова пытается добиться правды и отстоять свои права в суде. Ведь, как она утверждает, у нее есть все права на жилье. Семья восстанавливала его буквально с руин. И постоянно на стрессовом состоянии, то, что суды вот эти... переживания, я принимаю постоянно лекарства, у меня давление повышено, состою на учете. Сейчас нахожусь на лечении в онкодиспансере. Дамигуль Бостанова со слезами на глазах рассказывает о своих мытарствах в суде. Квартиру она отстаивает уже более 2 лет. По словам женщины, разрешение на бессрочное проживание в этой квартире она получила от Акимата Октябрьского района еще в 2002 году. С тех пор все, что зарабатывала семья, вкладывала в долгожданное жилье. Сделали ремонт, полностью восстановили квартиру. Даже заплатили долг предыдущих жильцов в размере более 100 тысяч тенге. В августе нам приносят повестку суда, в котором нам говорят, что нас будут выселять с этой квартиры, так как дочка Давыдова, у которой 4 детей, но одна из них вступила в наследство, Давыдова Людмила, скрывая от других наследников, и якобы продала Ордабаевым. По словам Дамигуль Бостановой, изначально квартира принадлежала Нине Наровенко, но та в свое время не захотела восстанавливать полуразрушенное жилье и отказалась от нее. А спустя 12 лет выясняется, что дочь Нины продает эту квартиру, и новые хозяева опять выставляют ее на торги. Ежемесячно оплачивали. Наровенковы за все годы не заплатили ни одного тенге. Тем более, что... есть какие-то законодательства какое-то о праве вступления в наследство. Их 4 детей было, и вдруг в наследство вступила только одна. Это незаконно, Давыдова вступила. В этом запутанном деле конца края пока не видно, но им уже занялись правоохранительные органы. А адвокат Дамигуль Ирина Маленко заявляет, что будет отстаивать права семьи в суде до конца, ведь женщина перенесла немало горя, к тому же она серьезно больна и состоит на учете в онкодиспансере.
Президент, депутаты Мажилиса, все как в один говорят, люди, которые сохранили квартиры в трудную для Казахстана, в трудный для Казахстана экономический период, да, их нельзя выкидывать на улицу. Их совершали в суде под аудио-видеозапись, есть диски в материалах дела, говорят, мы не покупали у наследников, нам эту квартиру предложили, мы до конца за нее не рассчитались. Разве эти сделки могут в силе остаться? Между тем, дети Дамигуль боятся потерять свою маму, ведь с каждым днем состояние женщины ухудшается. Все чаще приходится вызывать скорую. У женщины рак. У нас очень сильно болеет мама. Мы бы не хотели ее потерять и остаться на улице. Пока Дамигуль Бастанова и ее адвокат будут оспаривать в кассационном порядке решение областного суда. Но принесет ли это пользу без вмешательства акимата и исполнительных органов, они не уверены. Айя Мамрина, Жасулла Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В двух предприятиях «Казахмыс» были выявлены факты нарушения требований промышленной безопасности, в том числе правила эксплуатации грузоподъемных механизмов и подъемно-транспортных средств, что могло привести к травмам и даже гибели шахтеров. Нарушения нашли в Нурказганском комплексе «Караганда-Цветмет» и Куу-Чекинского разреза «Бурлы». Сейчас надзорным органам приняты меры по наказанию 18 сотрудников этих организаций. Большую часть нарушений на руднике Нурказган. По словам проверяющих, здесь не везде есть аварийные освещения, а также специальные ограждения и надписи. Видеокамеры не работают. Тормоз грузовой тележки крана находится в неисправном состоянии. Изношен подъемный канат экскаватора. В мостовом кране не отрегулирован механизм тормозных систем. Просроченные огнетушители и многое другое. Опасный список нарушений вызвал серьезные опасения. Кроме того, надзорные органы установили, что шахтеры пользуются только одним – выходом на поверхность транспортным уклоном, хотя их должно быть два. В случае пожара последствия будут тяжелыми. По данному факту прокуратура Бухаржиралского района внесено представление в департамент промышленной безопасности, по результатам рассмотрения которого 18 сотрудников предприятия привлечено к административной ответственности, 6 дисциплинарной и взыскано штраф на сумму более 300 тысяч тенге. В скором времени в Карагандинской области заработают 3 новых современных проекта. Об этом стало известно от организаторов регионального конкурса «Стартап-проектов», который состоялся в технопарке «Сарарка». Более 20 участников из числа молодежи и предпринимателей представили на нем свои бизнес-идеи. Все проекты были тщательно проверены на финансовую устойчивость и инновационность. Какие же нововведения ждут жители нашей области, узнавали наши корреспонденты. В конференц-зале технопарка обстановка напряженная и в то же время дружелюбная. Авторы проектов каждый ждут своего часа. Идеи вызывают кучу вопросов со стороны строгих и объективных судей. Один из интересных проектов – сервис FineMaster. Это новый интернет-ресурс, где человек, занимающийся строительными услугами, сможет разместить свое резюме. А соискатели, в свою очередь, без труда найдут нужного им специалиста. Сайт будет автоматизированный. К тому же на базе интернет-страницы будет работать колл-центр, где граждане могут оставить свою заявку на того или иного мастера. Один из разработчиков этой идеи – Оскар Пардабеков, студент второго курса КРГТУ. 18-летний юноша рассказал нам о основной задаче, над которой они сейчас работают. Это составить квалифицированную базу специалистов. Если найдутся инвесторы, сайт заработает уже в сентябре. Да, цель нашего проекта – это дать обширную такую базу, то есть и мастеров, и самих клиентов. То есть тут на два рынка мы играем, то есть и на самих мастеров, и на самих заказчиков. Наше преимущество в чем? То, что у нас есть большая база отзывов, то есть мы смотрим, исходя из критериев, то есть сколько звезд у мастера, какие у него отзывы. Помимо этого, в скором времени жители Казахстана сможет порадовать новый поисковик «Юверт». В течение нескольких лет проект разрабатывался и доводился до ума. Основная проблема притворения этой бизнес-идеи в жизнь – высокая конкуренция в этой сфере. То есть тяжело бороться с такими поисковиками, как Google, Яндекс и многими другими. Революционный шаг нашего проекта в том, что мы компенсируем часть расходов за оплату интернета, телефона нашим пользователям, зарегистрированным в «Юверт». Таким образом, для пользователей Казахстана интернет становится более доступным, больше возможностей. То есть они уже не платят за то, что они смотрят рекламу. Также на фестивале были представлены идеи частного детского сада по принципу «до последнего ребенка», а также разработчики представили и новый сайт, где люди смогут купить мясо и живой скот. Если данный проект у нас
хорошо реализуются, то есть наберут свое качество, да, со стороны аудитории, то мы будем отбирать эти проекты для участия в международной конференции в Силиконовой долине, мероприятии «Стартап Грин». Но в этой гонке за призовые места есть и свои подводные камни. Многие проекты так хорошо начинаются, но почему-то со временем не реализуются. А причина этому – нехватка должной материальной поддержки со стороны инвесторов и неактивность самих авторов проектов. А призерам этого конкурса искать спонсоров не придется. Им обещали помочь организаторы стартап-шоу «Технопарк Сарыарка». Аймамрина, Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины стали и труженики тыла. Все силы в помощь действующему фронту были направлены на защиту нашей Родины. О боевых и трудовых подвигах карагандинок в те трудные годы рассказала нам Раушан Кашкеева. В 1922 году в Нуринском районе родилась Раушан Кажановна. В 1941 году началась ее трудовая деятельность в ЗАГСе. Она возглавляла женсовет Нуринского района. Женщины, дети и старики во время Второй мировой трудились для общей великой победы. Сейчас ей уже 93 года. Она награждена многочисленными медалями и правительственными наградами. И вышла 41-го года замуж за органом начальник милиции Нуринского района и работала завженаделом, делопроизводителем райбюро ЗАГС, НКВД, МВД, милиция Нуринского района. Говорят, женщины слабый пол. Во время войны именно они были опорой для наших солдат. Вместо ушедших воевать мужчин, они спускались в шахты, пытались пахать мерзлую землю, чтобы потом испечь хлеб для сражающихся бойцов. Раушан и другие женщины тыла в годы Второй мировой работали на заводах и фабриках. Они заботились об эвакуированных, учили детей, лечили раненых. Раушан Кажановна – мать семерых детей, 14 внуков и 20 правнуков. И ради этого стоило воевать с врагом и работать, говорит труженица тыла. В честь 70-летия победы женщину наградили юбилейной медалью. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде прошел городской слет юных инспекторов дорожного движения. 26 команд средних общеобразовательных школ города боролись за право попасть на областные соревнования. Ежегодно такой конкурс проводится отделом образования города Караганды совместно с отделом административной полиции УВД. Среди школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения конкурсные мероприятия проводятся в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у учащихся культуры правильного поведения на дороге. В этом конкурсе мы участвуем первый раз, но он уже проходит на протяжении 16 лет. Мы очень мечтали попасть на этот конкурс, и мы готовились к нему очень долго, с ноября. Я участвую в этом конкурсе того, что в будущем хотела бы работать в полиции. Таким образом, дети идут к профессии своей мечты. Движение ЮИТ существует уже много лет и охватывает десятки тысяч детей и подростков по всему Казахстану. Оно стало поистине всенародной школой воспитания законопослушных и грамотных участников дорожного движения. Если историю углубиться, 6 марта 1973 году было создано данное организация, можем сказать так, отряды ЮИТ, которые являются нашими помощниками, помощниками административной полиции, ныне, как вы знаете. Мы, получается, не только, мы в течение года с ними вместе работаем, проводим агитационные мероприятия. В Казахстане движение ЮИТ было возрождено по инициативе карагандинских дорожных полицейских. Обновленные первые отряды ЮИТ появились у нас, и идея была подхвачена во всех регионах страны. Это движение растет из года в год. По итогам городского конкурса самые умные отправятся на областные соревнования, которые пройдут со 2 по 5 июня. Лариса Хусейнова, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде презентовали сборник молодых поэтов и прозаиков под названием «Уэр Өмөттө жастар». Более 80 авторов из всех уголков нашей области трудились над этой книгой. В основном это творчество учеников и студентов, а тема извечно актуальная – любовь и преданность Родине. Презентация сборника состоялась в библиотеке имени Жая Кабектурова.
В зале библиотеки не было свободных мест. Молодые и талантливые поэты, а также знаменитые и опытные акыны все внимательно слушали и наслаждались произведениями, которые были включены в сборник. Ученица Назарбаев интеллектуальной школы Екатерина Рубенюк поделилась с нами своей радостью. Несмотря на юный возраст, она уже давно пишет стихи, но печатается в сборнике в первый раз. В данный сборник включено мое стихотворение, я очень этому рада. Для меня это большая честь, что в честь 80-летия города мое стихотворение оказалось именно в этом сборнике. Книга выпустилась в 400 экземплярах. На ее выпуск потратили почти такую же сумму. Но самое главное и трудное для организаторов презентации было отобрать из потока стихов лишь самые достойные. Молодежь активно приняла участие. Стихов было много. Книга вышла на двух языках. В сборнике есть произведения участников поэтического клуба «Бута», который находится при этой библиотеке. Книга издана по результатам той большой работы, которую мы провели. Мы посетили целые несколько областей, районов и городов области. И для чего эта эстафета была призвана? Для того, чтобы молодежь, талантливая молодежь области нашла свою реализацию своих творческих порывов. К тому же на сайте библиотеки уже существует одноименная со сборником страница. Планируется создать такие же интернет-страницы на других веб-ресурсах. Это позволит карагандинской талантливой молодежи заявить о себе на всю страну. Айым Амрина, Исламбек Успан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Новости спорта. Легкоатлеты из Карагандинской области заняли призовые места в чемпионате Азии в городе Доха, государство Катар. Соревнования проходили с 8 по 11 мая и принимали спортсменов из 42 стран мира. В составе национальной сборной Республики Казахстан было 7 спортсменов из Карагандинской области. О нелегких победах репортаж Айым Амриной. Трехдневная борьба среди сильнейших легкоатлетов принесла нашим спортсменам первое место по тройному прыжку и второе место по шведской эстафете. Такой рекорд установила 16-летняя Мария Овчинникова. Ранее девушка уже доказывала свою одаренность в спортивных состязаниях международного уровня в 2014 году. У нее множество медалей и наград. Мария с волнением рассказала нам о своем выступлении в незнакомой стране. Призналась, что изначально ее сковал страх, но потом девушка быстро собралась. И результат – победа. Ее кумир – олимпийская чемпионка в тройном прыжке Ольга Рупакова. Молодая девушка хочет быть похожей на нее и построить свою спортивную карьеру. Самый мой первый тренер – это Зорина Наталья Витальевна. Я очень ей благодарна, то, что она с самого начала вложила в меня столько сил. Второй мой тренер – Ившина Лариса Владимировна. То есть сейчас они тренируют меня вдвоем. Я очень сильно благодарна им за то, что они столько вложили в меня. Это столько сил, столько труда. Второе место по шведской эстафете – это бег на дальние дистанции – заняла Аделина Ахметова. Она же стала третьей по бегу с барьерами. Валентина Потапова получила четвертое место по многоборью. Карагандинская область внесла наибольшее количество медалей в копилку сборной Республики Казахстан. Особенно команда в Карагандинской области, все выступали по личным рекордам, все показали свои лучшие результаты, все ребятки настраивались на борьбу, может быть, не всегда на победу, но все рвались в бой, выкладывали все свои силы и выступали очень достойно. Между тем, спортсмены на этом останавливаться не собираются. Каждый из них уже сейчас уверен в выборе своей будущей профессии. Они хотят навсегда связать свои жизни с спортом. И, может быть, они еще прославят нашу страну. Айым Амрина, Жасула Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. 16 мая состоится общий областной субботник. Просим жителей, руководителей предприятий и учреждений всех форм собственности принять активное участие в благоустройстве нашего любимого города. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Всего доброго.